Поберем прядь волос, не очень объемную, и плетем обычную косичку из трех прядей. Стараемся, чтобы она была не очень тугая и не сильно слабая, средней тугости. Мастер по прическам Анна Ощук уверена, красивую косу можно заплести на волосах любой длины. Главное – знать технологию. Например, вот такую косичку, как украшение, любая мама заплетет своей дочери. Коса не тугая, и ребенку будет комфортно. Покажу вариант плетения на длинные волосы – ажурная коса. Она выглядит как косичка, лежащая поверх волос. А длинные волосы у нас имеются, ведь в качестве модели обладательница титула «Самая длинная коса края» Екатерина Андреева. Берем прядь волос, делим на три части. Каждую крайнюю прядь перекладываем в середину по очереди. Дальше вытягиваем немного прядки, расслабляем косу. Доплетаем и закрепляем лаком. Вуаля! Сейчас заплетем косичку дракончик. Поделите волосы на три части и каждую крайнюю прядь кладите в серединку. Дальше добавляйте прядку с одной стороны, потом с другой. Видно прядь, которую мы прокладывали. Берем также за краешек и тянем чуть-чуть наверх. И с этой стороны. С такой прической и в пир, и в мир. Так что учитесь плести косы и будьте красивыми.